Такие люди, которые воображают, что знают больше других, а на самом деле, сколько я могу судить, знают мало. Новелла 38. Джеролома любит Сильвестру. Уступая просьбам матери, он едет в Париж и по возвращении же узнает, что Сильвестра вышла замуж за другого и, тайно проникнув к ней в дом, умирает подле нее. Когда же тело его вынесли в церковь, Сильвестра тоже умирает подле него. Старые люди сказывают, что в нашем городе проживал именитый и богатый купец по имени Леонардо Сигьери. И был у него сын Джероламо. Но вскоре после того, как Джероламо появился на свет, отец, оставив дела свои в блестящем состоянии, скончался. Опекуны ребенка совместно с его матерью исполняли свои обязанности по отношению к нему честно и добросовестно. Мальчик рос вместе с соседскими детьми, но особенно он подружился с дочерью портного, своей сверстницей. С течением времени дружба перешла в такую жаркую и страстную любовь, что Джероламо жить без своей подруги не мог. И она, разумеется, отвечала ему взаимностью. От взора матери это не укрылось, и она часто пробирала и наказывала мальчика. Однако ж, видя, что это на него не действует, нажаловалась опекунам и, думая, что при таких средствах, как ее сына, можно звезду с неба для него достать, повела с ними такую речь. «Нашему мальчику еще 14 лет не исполнилось, а он уже так влюбился в дочь портного, нашего соседа, Сильвестру, что если мы их не разлучим, он не ровен час возьмет, да и не спросясь на ней женится. И это будет для меня, это будет для меня горе. А если же она выйдет за другого, то тогда он зачахнет с тоски. Так вот, во избежание всего этого, хорошо, если бы вы услали его куда-нибудь подальше по делам. В разлуке он бы о ней и думать забыл, а мы ему тем временем подыщем девушку благородного происхождения». Опекуны с ней согласились и обещали сделать все, что от них зависит. И вот один из них, зазвав мальчугана в лавку, ласково с ним заговорил. «Мальчик мой, ты уже большой. Теперь тебе самому не худо бы заняться делами. Нам бы очень хотелось, чтобы ты пожил в Париже, потому что основная часть твоего капитала обращается именно там. В чем ты удостоверишься? А кроме того, в Париже ты насмотришься на вельмож, господ, дворян. Их там множество, и сам станешь лучше, благовоспитаннее, учтивее. А как переймешь у них приятность обхождения, тогда можно и домой». Мальчик выслушал его со вниманием, однако ж в коротких словах ответил отказом, сославшись на то, что живут же, мол, люди и во Флоренции. Почтенные опекуны стали ему выговаривать, но толку так и не добились, и все рассказали матери. Ее страшно злило нежелание сына ехать в Париж, ну и его увлечение. И поэтому она задала ему звону, но потом начала увлещать его сладкими словами, всячески умасливать и упрашивать, чтобы он исполнил желание опекунов. И так она сумела к нему подольститься, что в конце концов он согласился пробыть в Париже год, но никак не более. На том и порешали. Джероламо, без памяти влюбленный, отправился в Париж, и опекуны, кормя, как говорится, завтраками, продержали его там целых 2 года. Когда же он, влюбленный в Сильвестру еще пламенее, нежели до отъезда, возвратился домой, оказалось, что Сильвестра вышла замуж за славного молодого человека, который по роду своих занятий был шатерником, и Джероламо был этим сильно удручен. Но так как он осознавал, что утраченного не вратишь, то постарался свыкнуться со своим положением. Разузнав, где она живет, он, как это принято у влюбленных юношей, начал ходить мимо ее дома. Он был уверен, что и она его не позабыла, как не позабыл ее он.
Однако юноша заблуждался. Она держала себя так, как будто в первый раз его видит. Если же она его все-таки помнила, то никак этого не показывала. А между тем он прилагал отчаянные усилия, чтобы вновь завладеть ее сердцем. А так как усилия его были тщетны, то он замыслил побеседовать с ней, хотя бы это стоило ему жизни. Вызнав у одного из соседей расположение комнат у нее в доме, он однажды вечером, воспользовавшись тем, что она с мужем ушла к соседям в гости, пробрался к ней и схоронился в спальне за развешанными полотнищами шатров. Дождавшись, когда они, вернувшись домой, улеглись, и муж Сальвестры заснул, Джероламо направился к ней и, положив ей руку на грудь, прошептал: «Счастье мое, ты не спишь. Ради бога, не кричи, это же я, твой Джероламо. Уйди, уйди, ради бога, Джероламо. Мы с тобой уже не дети. Нам неприлично разыгрывать влюбленных. Как видишь, я замужем. Должна любить только своего мужа и больше никого. Уйди. Уйди ради Создателя. Если тебя услышит мой муж, то тебе он никакого зла не сделает. Но мы уж с ним после этого не сможем жить в мире и согласии. Понимаешь, и сейчас он меня любит, и живем мы с ним душа в душу». При этих ее словах сердце Джероламо стеснило лютая скорбь. Он попытался напомнить ей прошлое, признался, что расстояние, разделявшее их, не охладило его чувства, заклинал, уверял, что готов ради нее на все, но она была непреклонна. Тогда он, задумав покончить с собой, попросил ее в награду за его любовь разрешить ему лечь рядом с ней, чтобы согреться, а то он, мол, замерз, пока дождался ее возвращения. При этом он дал ей слово не разговаривать с ней, не дотрагиваться до нее и уйти, едва лишь обогреется. Сальвестра сжалилась над ним и позволила прилечь, с тем, однако, чтобы он слово свое сдержал. Джероламо лег так, чтобы не прикасаться к ней. Его непоколебимая верность, ее жестокость, утраченные надежды — все это в одно мгновение промелькнуло у него в голове. И понял он, что жить ему больше не для чего. Не сказав ей ни слова, он задержал дыхание, судорожно сжав кулаки, и умер около нее. Немного погодя, Сальвестра, девясь его стойкости и боясь, как бы не проснулся муж, прошептала: «Эй, Джероламо, чего же ты не уходишь? М?» Не получив ответа, она решила, что он уснул. Тогда она протянула руку, чтобы разбудить Джероламо, ощупала его и, почувствовав, что он холодный, как лед, пришла в крайнее изумление. Она надавила на него рукой, он не пошевелился, еще раз надавила, и тут только она поняла, что он мертв. Объятая ужасом, она долго не могла ни на что решиться. Наконец надумала спросить совета у мужа, но сначала изобразить дело так, как будто это касается посторонних лиц. Разбудив мужа, она рассказала о том, что случилось у него в доме, так, будто это произошло где-нибудь еще. А потом задала ему вопрос: если бы нечто подобное случилось с нею, как бы он поступил? «Будучи человеком добрым, я считаю, что покойника нужно тайком отнести к дверям его дома и там оставить. А на жену, мол, гневаться не должно, так как она ни в чем не виновата». «Значит, так нужно поступить и нам». Когда рассвело, Джероламо нашли мертвым у дверей его дома. И, конечно же, подняли крик. Особенно громко голосила его мать. Врачи обыскали его, осмотрели, однако ж ни ран, ни ушибов не обнаружили и пришли к единодушному заключению, что умер он с горя, как оно и было на самом деле. Тело его вынесли в церковь, и туда же пришла его удрученная мать, а с нею целая толпа родственниц и соседок. И начали они по нашему обычаю рыдать над ним и причитать. Между тем, как в храме стоял вопль и стон, добрый человек, в доме у которого скончался Джероламо, сказал Сальвестре: «Накинь мантию, пойди в ту церковь, куда вынесли Джероламо. Замешайся в толпу женщин и послушай, что говорят. А я послушаю, что говорят мужчины. Тогда мы будем знать, не обвиняют ли нас в чем-то». Сальвестра, пожалевшая Джероламо, когда было уже поздно, согласилась. Теперь ей хотелось взглянуть на него хоть на мертвого. А к
Когда он был жив, она не пожелала порадовать его одним единственным поцелуем. И она пошла в церковь. То самое сердце, которое не вняло мольбам Джералама, когда он был благополучен, смягчилось, когда благополучие сменилось злополучием, и это его злополучие внезапно разожгло в ней угасшее было пламя любви, а любовь породила такое глубокое сострадание, что стоило Сальвестре издали увидеть лицо покойника, как она начала пробираться в толпе женщин и, наконец, подошла вплотную к гробу. Испустив вопль отчаяния, она упала на гроб и не окропила слезами лицо мертвого юноши, потому что едва лишь она к нему прикоснулась, как в то же мгновение душевная мука, похитившая жизнь у юноши, похитила жизнь у нее. Женщины, не знавшие, кто она такая, начали утешать ее, уговаривали подняться. Она не поднималась. Тогда они сами попытались ее приподнять и удостоверились, что она недвижима. Когда же им, наконец, удалось приподнять ее, тут только они увидели, что это Сальвестра и что она мертва. Преисполненные сострадания женщины все до одной еще громче заплакали. Весть об этом вышла за пределы храма и, облетев толпу мужчин, поразила слух находившегося тут же ее мужа. Он заплакал и, не внемля ни утешением, ни ободрением, плакал очень долго. А затем рассказал окружавшим его, что приключилось ночью с его женой и с этим юношей. И тут все, уразумев, отчего они оба скончались, поникли головой. Тело же Сальвестры убрали, как убирают обыкновенно покойниц, положили рядом с Джераламом. А затем похоронили в одной гробнице. Так любовь оказалась бессильной соединить их при жизни, зато смерть связала их неразрывными узами.